Попрощалась Галя с мамой возле дома у ворот. Ей налево, маме прямо. Мама едет на завод. В класс учительница входит. Начинается урок. В это время на заводе встала мама за станок. А на улице Петровки по умытой мостовой Галин папа к остановке подает троллейбус свой. Галя в книгу посмотрела, Галя пробует читать. Ей пора заняться делом. Мы не будем ей мешать.